Гаджи Мусумович, комментарий по матчу найдется? Ну, ЦСКА провела мощную игру первую, в особенности, конечно, в атаке. И эта пара, она, мне кажется, одна из самых сильных не только в нашей стране. Второе, это и против этой пары тоже можно играть, но если ты, значит, готов. Вот, к сожалению, наша вот эта пара центральных защитников плюс опорные полузащитники, они оказались не готовы вот к такому ходу игры. По крайней мере, те ошибки, которые допускались вот именно сейчас, вот, порой допускались в простых ситуациях. Одно дело, когда сложная ситуация, а когда у вас там 4 человека, и вы охраняете линию штрафной площадки, а Хонда бьет там в 3-4 метрах от тебя, и ты его не встречаешь, это, конечно, не дело. Вот. Ну, что еще можно сказать? Можно сказать о том, что мы, в принципе, изначально не предполагали играть в закрытый футбол. Если бы мы бы, может быть, несколько по-другому построили игру, то чуть полегче было бы в обороне, но сейчас надо вносить другие поправки. Не закрываться, не делать игру более закрытой, а сохранять такой же вариант игры с участием в атаке большого количества футболистов. Просто надо, чтобы лучше дублировались позиции. Вот у нас, например, Агаларов, там он постоянно участвовал в атаках, крайний защитник Бенуангло постоянно участвовал в атаках, там Адиль Ахмедов, опорный полузащитник, постоянно участвовал в атаках. Вот. Но просто так бежать в атаку, значит, своевременно не дублировать позиции другими игроками, не перекрывать зоны, конечно же, это опасно. И ЦСКА, особенно против таких быстрых и индивидуально сильных футболистов. Вот. Но я еще раз повторюсь, что мы не считаем, что надо было играть. Мы это сейчас мы обсуждали совместно. И игроки, и руководство. Мы не считаем, что надо закрываться в таких случаях. Надо уметь играть в обороне, надо грамотно играть в обороне, но при этом, значит, находить ресурс в другом, не в том, чтобы закрыться, вот, и не успевать в атаку, да, как это часто бывает. Что вы с Березуцким-то не поделили, когда лоб-лоб? Нет, ничего с Березуцким. Березуцкий просто, ну, как это говорят, начал грубо на меня наезжать за мое замечание в адрес Мамаева, что ты чё ж ты дерешься? Чё ты руками махаешь на футбольном поле, машешь на футбольном поле? Ну, Березуцкий решил за него заступиться. Он такой смелый. Дальше некуда.